Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Куёка, Кудя, Аккорд, Кинганчпук, Энгри Крипер, Джиггернаут, Радекс, пацанчики, поздоровайтесь. Всем здорово. Всем ку. Всем здорово. Всем привет. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта у нас Макдональдс, свежайшая новая карта, поэтому сегодня мы будем на ней записывать выживание с фиолетовым человеком и спринтрапом. Если тебе тягушки, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться и угорать. Погнали. Так, пацаны. Кинганчпук, погнали. Я немножечко с вами повеселюсь здесь. Здорово. Сначала. А, блин, забыл добавить мод на разрушение дверей. А, ты шутки хочешь со мной пошутить? Я на расстоянии могу ударить. Так, давайте проверим, стекла бьются. О, так я убийца стек. А ну туда. Основная витрина. Так, сейчас, пацанчики. Обязательно досмотрите ролик до конца, потому что в конце будет 7... фиолетовых человеков и один выживший. И один выживший уже сможет использовать любое оружие. Так, давайте сначала мы все стекла побьем. Ой-ой-ой, еще бы чуть-чуть бы и попал. Кстати, вот так вот на дурачка можно и убить. Радиус где-то метра 3-4. Вот так вот где-то убивает. Я не боюсь. Зря ты это делаешь. Все, включаем максимальный режим сложности. Давай. Так, 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 быстрей, быстрей, быстрей. Дима, я занят. Да ты зараза. А хотите, можете использовать монтировку против меня. О, так я сейчас начну их убивать самых, смотрите. Первый пошел. Не ушел. Ха-ха-ха! Кинганчпук, мы уже двое. Вы так сейчас сами себя погубите, зря, зря. Смотрите, еще один ушел. А у меня уже жизни мало стало. Нифига себе, вы меня вынесли жизни. Так, осторожно, осторожно. Не хочешь уже подходить, да, ко мне? Очкуешь? Так, давай зайдем вовнутрь. А, нас же двое. Мы можем, кстати, сделать окружение. Я в толчке. О, Дима, давай, беги за тем, кто в толчке. Есть! Пусть убил через двери! Представляете? Красава. Отлично, отлично. Нас уже трое. Вот это сейчас мясо будет в конце ролика. Так, я могу теперь выйти отсюда? А, нет, не могу. А кто спринт-трап взял? А это я случайно R нажал. Я сейчас назад возьму своего фиолетового человека. Все нормально. То я проверяю, как работает. Анимация работает хорошо. Дима, у меня меню. Ой, это наш. Я не могу ничего сделать. Это печально. Есть. А, я вообще ничего не могу сделать, Дима. Ну, это уже к разработчикам Гаррис Мода пиши. Нас уже четверо. Или пятеро. Так, четверо точно вижу. Так, 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 давай сюда. Так, никто не запрятался там? Кстати, как вам вообще карта Макдональдс? Пойдет, да? Да, согласен. Мы на ней можем еще прикольные позаписывать режимы. Я их, кстати, добавлю в библиотеку, в коллекцию. Мы сможем классные режимы на ней пилить. Так, встречаем его. Удар. Вот эта толпа за чуваком бегает. Давай, давай, давай. Один остался? Если ты один, используй оружие. Да? Да, это ты остался один? Да. Все, мочи нас. Так, я иду навстречу к нему. Вот это жестко сейчас будет выживание, когда один. Ай-яй-яй-яй-яй. Перезахожу. Ничего, ничего. Ой, там кто-то по кому-то попал. Сейчас ай. Будет 7. Давай, давай. Ты же тоже должен фиолетовый человек? Да, я сейчас. А секрет тоже попал. Живой или нет? Секрет? А. Понял. Вот эта толпа у нас тут бегает. Надо его как-то встретить. Как же его обмануть? Его так, двери, открывайтесь. Так, 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 осторожно, осторожно. Давайте, короче, пацаны, собираемся в Макдональдсе. А у нас обед, у фиолетовых человеков перерыв. Ого, он там начал мочить всех. Должен кофеек себе здесь сделать. Кстати, у нас по 500 жизни, нас будет очень легко выносить. Так, а что здесь? Ничего? Просто пустая комната? Офигеть. Он оружие использует с Counter-Strike GO. Можно дымовухи, слеповухи использовать. Есть! А нет, не есть.
Я его не вижу, вот я его вижу. Я его вижу. Ах ты, зараза! Да как ты, мы не можем его убить? Что такое? Ты че, офигел, что ли? Убил я, я убил. На таком-то расстоянии большом. Да как это мы его убить не можем? Мы только на него гавкаем. Есть, есть! Так что, ребята, давайте теперь сделаем такое выживание. Я буду один, а вы все против меня. Это будет жестко. Ну, не знаю, может пригвождатель только использовать или без оружия, как вы хотите. Без оружия. Без оружия? Даже без пригвождателя? Без да, этого, даже да. Без. Ну, блин, как по мне, пригвождатель это имба. Ну что, давайте тогда. Три, два, один. Погнали. Я один против всех. Ого, бежит. А чё некоторые не взяли фиолетовых чуваков? Опоскались. Понял. Кстати, очень легко выживать, очень легко. Ой, молодец, спасибо, что выручил. Отлично, ребятушки, смотрите, просто бегу, все. Вот и есть залог успеха, я теперь понял, почему Куёка выживал. Было близко. Это было очень близко. Да. Давайте я тут. Ой-ой-ой-ой-ой, они навстречу побежали. Блин, ребята, это очень стрёмно. Ну нафиг, я боюсь. Давай, полезай. Здорово, как блин, дела? Классно выживай, классно, мне нравится. Ребята, напишите в комментариях, смогу ли я еще прожить хотя бы 2 минуты. Так, я думаю, что вовнутрь заходить смысла нету. Вот это они на меня орут. Ай-яй-яй-яй-яй, это... Нет-нет-нет, ребятушки, так не пойдет. Короче, легко выживать, легко. Я понял, что одному легко. Блин, это было очень близко, это было очень близко. 17 хп, 17. Представляете, это даже муха, если сядет резко, я могу умереть. Вот это психи. Гачбок, спасибо. Обращайся, у него еще есть. Так давайте, да? Это жесть, я хочу вовнутрь забежать. Ай-яй-яй, отвалите, отвалите, отвалите. Они зажимают мне, ребятушки, зажимают. Мужики, давайте трое с одной стороны, трое с другой. Блин, ну зажали, это очень, сложно. На тебе. Так, ну что, давайте теперь, знаете, что сделаем? Каждый сам за себя, вот реально интересно. Вы готовы? Да. Три. Возьмите все за нож, чтобы у всех хпшка восстановилась. А, кстати, давай мы вот так сделаем. И вот так. Ребята, теперь у нас дуэль де ПВП. Каждый сам за себя. Три, два, один. Погнали. Ты чё оружие используешь? А, его нету с нами в Дискорде, может? Он и не знает, что делать? Не, он с нами. Так, хватит разговаривать. Минус первый. Отлично, один умер. А сколько жизни отнимает он за раз? 200. 200. А, меня уже расранили. Расранили, да? Да, кто меня проигрывает, тот не участвует больше, просто смотрит. Уже двух убили. Вы там, да, воюете? Отлично, отлично. Убийца стекла, мне это нравится. Второй минус. Отлично, отлично. Так, ну что, кто, сколько там осталось нас челиков? Ого. Здесь совсем печально все. А ты где? А кто? Я хочу, когда один останется, я выйду. Ну что, давайте, кто там? Сколько людей еще живет там? О. Гафар, ну иди сюда, ну чё ты?
Синг. Иди в баню. А сколько у кого жизни? Ну-ка, у кого сколько жизни? У меня фул. Так, 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 так. У меня фул. А! Мочи, давай, Дима! Есть! 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 Дима! Я остался. Так, а пистолет не надо использовать. Кто там патроны кидает? Я буду банить. Вы разрушаете, мы взяли на прокат эту Макдональдсу. Эту пиццерию хотел сказать. И вы ее разрушаете. Кто будет ее отстраивать, кто будет ремонт делать? Так, ну что, я один остался, выживший, все? Нет. Я Давай, иди сюда. Ну что, привет. Давай, давай, давай. Я дурак, что ли, думаешь? Не-не-не-не-не. Кто стреляет? Это что, мы один на один, да, остались с тобой? ПВП? Да. А у тебя полный жизни, ты че, офигел, что ли? Ха-ха, еще раз, еще раз. И я выиграю, иди сюда. А кто-то у тебя даже на голове сидит? Не знаю, он меня стопит. Да, слушай, слезь, это нечестно, ты мешаешь. Ну что, давай, 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 иди сюда, куёка. Один ударчик тебе остался. Ну давай. Ну и... Где ты? А чё ты боишься? Чё ты убегаешь? Иди сюда. Да это же нечестно. Первый уже улетает. Так, первый бан есть. Ребята, освободилось место. Кто хочет с нами записывать, заходите в наш Дискорд. Ой, Тим, что-то слетело. А что у тебя? Давайте я тогда этот отниму жизни. Да. Два удара. Стой, я тебе сделаю, как было. Где ты? Раз. Давай. Два. Два. Все, продолжаем. Давай. Чтобы все было по-честному. Потому что люди любят смотреть, где играет все по-честному. Но я должен выиграть, ребята. Вот я должен выиграть. Чувствую пятой точкой. Нет, все. Отвали, я боюсь. Это, блин, прикольная дуэль, мне нравится. Да иди сюда, я тебе даже ударить. Эй! Я думал, мне на карачках лазить. Ну что, иди сюда. Давай. А, когда в дверь надо вставать, да? Ну блин, ну блин, ну блин! Вы виноваты. Нет, нет, лук, я не дошел. Мне же тоже один раз ударить, и все. Нет. Да чего ты? Да отвали. Да как? Это что, ничья? Да. Нет. Да нет. А первый же Куёко убил меня, правильно? Ну да. А с другой стороны, ты же не остался жив. Ну да. Ну тогда, ребята, получается, что выиграла дружба у нас. Если понравилась эта серия, и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Нам всем отличного настроения. Посмотрим мои ролики еще. Ой, вы еще бомбы поставили, вы че все? Ой, вылетел Гаррисмот. Он у меня тоже вылетел.